танкистов, командиров о танках английских невысоких. Нет. Вот. А вот о машинах колесных очень положительное мнение у нас, у наших водителей было, вот, и у нашего командования. Вот, потому что их автомобили были очень хорошие, значительно надежнее, вот, и по проходимости, и по грузоподъемности, вот, выше, чем наши отечественные машины. Особенно высоко ценили наши водители и командование автомобили американские. Студебеккер, такая марка была. Вот. Они были во многих частях значит, нашей армии и сыграли определенную положительную роль в этом отношении. Вот. Отечественных машин было и мало, и их качество. Это кто? И их качество было невысокое. Не вот. Это что касается, так это, ну что ли, штриха оценки автомобилей нашими, нашими водителями и командирами. А что касается пушек, вот, у нас, по-моему, с отечественной артиллерии было достаточно, и я не имею, так сказать, сведений, получали ли мы пушки из-за рубежа, и надо ли было получать. Вот, я только знаю о том, что запросы фронта по улучшению артиллерии были достаточно хорошо оценены, нормально оценены нашим командованием и тыловыми работниками, и целый ряд пушек танковых вот, были изготовлены в кратчайшее время, и танки новые Т-34 вот, и другие танки уже имели пушки более мощные, чем первые модели танков. Вот. Отечественные, я имею в виду. Вот так. А что касается, значит, других видов оружия, мы уже с вами говорили, мы уже с вами говорили, вот, и автоматов больше поступило в армию, и много зарядных винтовок, вот, и личное оружие офицерского состава. Все это хорошо оценивалось и достаточно много получалось нашим командованием. А вот где и как вы встретили День Победы 9 мая? Где и как вы встретили День Победы? Как встретил День Победы? Да, что делали и что чувствовали? Так. Сейчас я скажу об этом. 45-й год. Вот. 9 мая. Я служил еще в военно-политическом училище. Было, значит, сообщено личному составу училища о том, что война закончилась, что подписано соглашение о капитуляции.
Это вызвало очень приятные впечатления у всех. Я имею в виду воинов нашей армии и народа. Вот. Что завтра 9 будет отвечен этот день во всех городах и весях. Вот. Что этому посвящается на местах, значит, выступления наших сил театральных и других увеселительных, будем говорить так. В частности, в Горьком собирался быть 9 числа актив в оперном театре по этому поводу. И там должен быть концерт. Поскольку я был дежурным по училищу, я не мог участвовать в этом, будем говорить, событии, которые отмечал день завершения войны, День Победы. Вот. А с Анной Федоровной мы собирались посетить оперный театр. Но поскольку я был дежурный, так сказать, по училищу и мог кое-что сделать, я направил вместо себя к Анне, значит, своего заместителя по взводу. И он, ты слышишь, Анна Федоровна, он Анну Федоровну провожал в оперный театр. Вот. И когда вернулся оттуда, вот, я его спросил, ну докладывай, как тебе понравилась жена? Вот таким образом. А как театр? Да ничего, я говорю, там чего-то купил, угостил ее. Вот, а я и проводил ее домой. Вот так случилось это дело. Короче говоря, все сложилось нормально. Нормально, и даже разделили мою, так сказать, мою участь, мое завершающее, мое мнение поддержал и мой помком взвод. Главное, у него есть что вспомнить. Он с женой помком взвода в оперном театре, когда 9 мая 1945 года. Вот это дата. Вот, и в общем, ему повезло. А мне нет. И вот в заключение еще последние несколько вопросов. Вот какой фильм о войне лучше всего передает атмосферу тех лет, отношения между людьми вот вашего поколения? Какой фильм военный именно? Вот можете вспомнить. Какой бы вы фильм посоветовали молодежи смотреть? Вообще о войне или о отечественной войне? Отечественной. Отечественной. Их столько много было. Вот. Как говорят, ум раскорячка. Ага. А может быть, какую-нибудь книгу писателя какого-нибудь, может быть, вспомните? Что, какая-нибудь повесть? Книг тоже было много. Вот. Но как же эта книга называется?
По Шолохову книга-то написана, вот. Забыл, надо же. Все помнил, эту книгу забыл. Доживем до понедельника. А? Доживем до понедельника. Нет. Ну, в общем... Во всяком случае, книги об Отечественной войне, много книг, мне они очень нравятся. Вот. И «Сталинградская битва» есть фильм такой. Вот, мне кажется, что он отражает положительно ситуацию. Вот. И. Ну, так как у нас время... Авиатор-то. ...поджимает, да. Ладно. Спасибо вам огромное. За вот. Никак не